Посмотрите на этого красавчика. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Теперь смотрите обратно. Он возродился. Твою налево, это бессмертный читер, его нереально убить. Будешь так дома ходить, ясно? Но в стендофе так ходить нельзя. Опа-па! Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе. И прямо сегодня вышла очередная серия Читер-патруля. Я, ребята, хотел в эти выходные отдыхать, но нет, вы поставили кучу лайков, и мне пришлось снимать продолжение. Давайте так, если вы набираете 7000 лайков под этим видео, то я опять снимаю читер-патруль. Короче, ребятки, все зависит только от вас. А, и да, я хочу разыграть вам этот нож-бабочку. Если вы хотите, чтобы я разыграл нож-бабочку в следующем видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем. Я тебе даю ровно 3 секунды, чтобы ты нажал на колокольчик и подписался на мой канал. Давай, я жду. 1, 2, 3. Вы у меня часто спрашиваете, Кент, откуда у тебя такой крутой дроп? Ребята, ответ крайне прост. Это стендов дроп. Именно тут я выбил себе очень крутые скины. Даже если у вас нету денег, тут есть бесплатный кейс, который вы можете открывать раз в сутки. Хочешь выбить нож? Изи. Посмотри на мой новенький G-Commando Reaper. Данный проект рекомендую лично я, а по промокоду KENT25 ты получишь 25% к пополнению. Все нужные ссылки в описании. Ну а теперь рубрика «Комментарии от подписчиков». Вы пишите смешные комментарии, я их читаю. Поехали! И самый популярный комментарий под прошлым видео. Твоя жена, когда мужик разбросал носки по дому. Ребят, я в шоке, какой он наглый. Посмотрите, вот это он все разбросал. Только мне вот интересно, у кого из вас есть жена? Твое лицо, когда твой друг упал. А, да. Ты, когда твой одноклассник подтягивается 40 раз, а ты 0. Как? Как он это делает? Пацаны, посмотрите на... Народ, мне вот интересно, кто из вас подтягивается сколько раз? Напишите в комментариях. А, да, еще, кстати, был смешной комментарий. Вот это... Был, короче, еще смешной комментарий. Некоторые писали, типа, это читер стрет гранатами. Посмотрите, я представляю, что было бы с унитазом, он бы его разбомбил бы нафиг. Когда учительница сказала, достаем двойные листочки. Пацаны, лайк, если жиза. Пацаны, ну а сейчас в комментариях меня. Это вы, когда пишете, что я с сектаком геи? Вот реально, вот мне кажется, что вы примерно с таким лицом это пишете. Один чувак написал комментарий. Кент, ты меня забанил. Ну ты и тварь. Кент, ты чё, бомж? Почему ты все время в одной и той же самой одежде? Да, я бомж. Ладно, шучу. Ну, ребят, на самом деле, если хотите мне помочь на новый свитер, ссылка на донейшн в описании. Вот я специально вставлю. Если вы сдонатите, все деньги пойдут на кофту. Это не рофл. Здравствуйте, Илья. Мне попался читер. Здравствуйте. Скрин нормально не получился. Ну ладно, кидай какой есть. Жек? Где? Где? Где читеры? Не, я понимаю, скрин нормально не получился. Но это не означает, что он вообще не получился. Не смог скрин сделать. А, да, серьезно. А я и не заметил. Я думал, вышло. Скинул мне скрин своего рабочего экрана. Нормально. Ну а сейчас самая приятная часть нашей программы. Мы, ребята, будем банить читеров. Да-да, будем их банить. И вы сейчас просто офигеете. Посмотрите на вот это. Вот как вы считаете, это нормально? Сейчас, смотрите, смотрите, смотрите. Мой подписчик убил... Подождите, внимательно. Это, ребят, не разминка. Это уже идет игра. Мой подписчик убивает читера. Вот, убил его, видите? Теперь смотрите обратно. Он возродился. Твою налево, это бессмертный читер, его нереально убить. Ты его убиваешь, он возрождается. Я просто в афиге, у него еще АВМ Спорт V2. Вот это да, вот это мы, ребята, его забаним. Так, ну где же этот братанчик? А, вот, вот его ID. 5117-4615. Забаним, ребята, мы этого бессмертного читера. Народ, нужна ваша помощь, я просто в шоке. Что это такое? Посмотрите. Бомба со скином АВМ Спорт V2. Это что такое вообще? Это читы или это фотошоп? Кто знает, напишите в комментариях. Ну и как обычно, рубрика «В мире животных» продолжается. Ребят, посмотрите на эту летающую обезьянку. Посмотрите, не, ну это по-вашему нормально. Все люди как люди, а он
залез туда вот Руслан, да? У Руслана нет банана, блин, не знаю. Придумайте какую-то рифму к слову Руслан. Не, ну это нормально, Руслан залез. Ах ты негодяй, вот Руслан, получишь бан. Будешь так дома ходить, ясно? Но в стендофе так ходить нельзя. По крайней мере, пока на страже порядка, Кента пока. Не, ну что он себе позволяет, посмотрите. Мой подписчик просто в афиге. Ой, братанчик, спасибо, он даже ID написал. ID 628-66023. Ну что же, вы готовы? Еще один нереально жесткий читер, который любит кушать бананы. И мы его отправим на банановые острова. Так, пацаны, ну вы посмотрите, вот это по-вашему нормально. Сейчас, подождите, ID, сразу ID, фиксируем ID. У чувака есть медаль ветерана, но, конечно же, ее скоро не будет. Вот ID. 627-245-30. Ох, ребята, посмотрите на вот это. Это по-вашему нормально? Тут сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 скинов со скинченджером. Ой, братик, зря ты так. А, он еще и бамбу заплентил. Офигеть, не встать, вот это да. Не, пацаны, но тут сходу парень получит бан, тут без вариантов. Ох, говнюк, спалился. Видите, самый ценный игрок, Немосолт, спалился. Все, давай, пока. Народ, еще раз вас предупреждаю, никогда не подбирайте скины, которые выкинул читер, потому что вы можете получить бан. Никогда. Вот мы тут видим АКР-12 со скинченджером. А, вон чувак выкинул бомбу. Даже, кажется, ее заплентил на респе. Да, заплентил бомбу на респе. Я в шоке. Какие наглые читеры. И знаете, что самое-самое наглое в этом читере? Ребята, посмотрите на его ник. Ник у него. Я читер на... ну, вы поняли, да? Там дальше нехорошее слово из трех букв. Короче, ребятки, этого говнюка, конечно же, мы забаним. Вот его ник. Вот его ID. 628-590-13. Ну, а прямо сейчас вы, ребята, увидите любителя побегать. Спортсмен, наверное, да? 3... 2, 1, начинается игра, и сейчас вы, ребята, увидите этого красавчика. Вот он побежал, да вы что? Ух ты, блин, Усейн Болт отдыхает на 100-метровке. И вот его ID. Вот зря ты побежал, зря. Еще и на видео, ой-ё. Да, ребята, это читеры в Stand of 2. Посмотрите на этого красавчика. Ой-ой-ой. Выкинул, не знаю, штук 100 скинов. Посмотрите, офигеть, не встать. Ник у него Феникс, ну, наверное, играет с Члениксом, читеры любят такие читы. И вот его ID, 580, 130, 88. Так вот, Феникс, Членикс, ты получишь бан. Ха-ха. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК, все нужные ссылочки в описании, всех люблю, всем удачи и всем пока.